Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам моего города. Музей Рарта представляет выставку Ольги Осиповой «Чаепитие с фламинго», чья сюрреалистическая живопись приглашает зрителя в страну чудес. Так написано в анонсе. Работы, вдохновленные произведениями Льюиса Кэрролла, «Царство абсурда», где английское чаепитие не обходится без русского самовара, героини, собранные из узнаваемых визуальных образов. Живопись Ольги Осиповой вдохновлена произведениями Льюиса Кэрролла и оттого близка к и понятна даже неподготовленному зрителю. Обращаясь к знакомым каждому с детства приключениям Алисы, художник собирает свою героиню из десятков уже созданных образов. В работах автора мы найдем атрибуты кэрроллского мира, которые так пришлись по вкусу поп-культуре. Это часы, стрелка, которая застыла рядом с цифрой 5, фламинго, гигантские шахматы, колоды карт и башни из чайных чашек. Работы Осиповой – отсылка к произведениям великих мастеров от Леонардо да Винчи до Альфонса Мухи – соседствует с философскими и литературными аллюзиями. Каждая работа Ольги Осиповой – это ребус, разгадать который можно, если следовать за фламинго. Вот так написано в анонсе к выставке Ольги Осиповой «Чаепитие с фламинго», которая проходит в музее Рарта. Пока-пока, до свидания, смотрим работы, всего хорошего.